Всем привет! Меня зовут Екатерина Кононова. Девчоночки, у нас с вами сегодня очень крутая, короткая, жиросжигающая тренировочка. Я очень давно не тренировалась вместе с вами и безумно скучала. Надеюсь, что вы тоже. Сегодня мы с вами от начала и до конца. У нас с вами два упражнения. Это jumping jack. Закрылись и прыжком открылись. И второе упражнение – это бёрпи. Влипаю в стену, потому что переживаю, что меня не видно. Очень надеюсь, что меня видно. Может, чуть-чуть бочочком стать. Надеюсь, видно. Как работаем? Смотрите. Мы делаем с вами 50 jumping jack'ов. Сразу, не отдыхая, но если отдыхая, то немножечко отдыхая, делаем 5 бёрпи. Далее что мы делаем? Мы делаем 40 jumping jack'ов и 10 бёрпи. 30 jumping jack'ов и 15 бёрпи. 20 jack, 20 бёрпи. 10 jack, 25 бёрпи. Мы закончили. Я не знаю, насколько мы закончим, но думаю, что в 10-12 минут мы должны вложиться. Я даже, наверное, поставлю и посчитаю, сколько же калорий мы потратим за столь короткое время и такую классную, интенсивную, жиросжигающую тренировочку. Я надеюсь, все разогрелись, все сделали суставную разминочку, и давайте приступать. 50 jumping jack'ов. Вместе со мной не отстаем, а может даже и обгоняем. Поехали! Еще 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. 5 бёрпи. Поехали. Раз. Два. Три, четыре и пять. 1 минута 30 секунд. Поехали дальше. У нас с вами 40 jumping jack'ов. Сделали еще 20. И еще 10. Сделали. 10 бёрпи. Поехали. Можно я буду так? Я вообще не знаю, может, конечно, отписываюсь, но я что-то переживаю, начинаю липнуть к стене. И получается, черти что. Так, поехали. Сделали. Уже хорошо, уже жарко. И у нас
30 джеков, 15 бёрпи. Поехали. Еще 10. Что у нас дальше? 15 бёрпи. Еще 10. Сделали. Дальше. Дальше у нас с вами 20 на 20. И поехали, 20 джампинг джеков. Сделали 20 и еще 20 бёрпи. Работаем всего лишь 6 минут. Сделали 20. Подышим немножечко. И у нас дальше 10 джеков и 25 бёрпи. Я, кстати, пью не воду. Это БЦАшка. Я же расту, как вы помните, готовлюсь к соревнованиям. И я пью БЦАшку. Сейчас покажу вам баночку. Женская у меня БЦАшка. Надеюсь, будет видно. Вот такая БЦАшка. Очень даже клевая. Амина Бест. Это фирма Best Pink, бренд Jam Beam. Тут не только аминокислоты, но и есть жиросжигатели. Поэтому я пью
любит Сашку во время тренировки, иногда после, и даже бывает до. Она очень вкусненькая, мне нравится, и я пью ее, в общем-то, постоянно практически. Но воду я тоже пью, без воды никак. Кстати, эту БЦАшку я буду разыгрывать у себя в Инстаграм. Там условия довольно-таки простые. Нужно лайкнуть пост будет, написать какую-то подружку в комментариях, указать. И подписан быть на меня и на аккаунт Jim Beam. И я кого-то в прямом эфире выберу и подарю вот такую же БЦАшку и вот такой же прикольный шейкер. Так что участвуйте. Мы каждый месяц что-то разыгрываем. В прошлый раз мы разыгрывали коллаген. Сейчас будем разыгрывать бицашечку. Дальше что-то еще. Поехали. У нас с вами 10 джеков и 25 бёрпи. Работаем. Сделали. 25 бёрпи. Еще 20. Еще 10. Еще 5. Сделали, но мне почему-то хочется продолжить. Знаете, как через вас обманула. Капельку-капельку. Мы продолжим, и мы закончим 5 джеками и 30 бёрпи. Давайте, не ленитесь. Капельку отдыхаем, и снова будем работать. Всего лишь 11 минут работы. Если очень тяжко делать 30 бёрпи сразу, не знаю, сделаю, не сделаю, то делим по 15, по 10. Но это будет последний бёрпи. И мы их выпрыгаем. Хорошо? Готовы? Поехали. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. И 30 бёрпи. Еще 20.
Еще 10. Еще сердце бьется, калории горят, ждем, когда будет нормальный пульс и смотрим, сколько калорий потратили. Кстати, закончили мы меньше, чем за 15 минут. Я рассчитывала на 12, но, во-первых, мы чуть разговаривали, показывала вам массажку, а во-вторых, мы увеличивали комплекс. И на минуточку мы увеличили его на 30 бёрпи. А это вам, как минимум, ну, давайте так, ориентировочно, 45 секунд 10 бёрпи. Это в отличном таком, не в отличном, а в среднем состоянии. В отличном можно сделать 10 бёрпи за 30 секунд. Так что, если бы без последнего раунда, мы бы закончили без 12 минут. Дышим. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Еще раз вдох. И выдох. В общем, в среднем за 15 минут мы сожгли 150 калорий. Я считаю, что это очень и очень круто. Выключаем. 15 минут, 150 калорий. Конечно же, вначале сделайте разминочку, в конце сделайте растяжку, либо что-то добавите. Некоторые просто должны разогреваться с помощью этого комплекса. Ясно, конечно, после суставной. Так что, девчонки, вам решать, будете ли что-то делать после этого комплекса или нет. А у меня на сегодня все. Скоро увидимся. В любом случае, скоро увидимся, потому что я перешла, вернулась на YouTube, и я буду записывать все больше и больше тренировок для вас в домашних условиях. На сегодня все.